В 1498 году, в том же году, когда была завершена работа над серией гравюр «Апокалипсис», Дюрер создал свой собственный автопортрет, второй в живописи и первый на деревянной подставке. После автопортрета с чертополохом и других рисунков, которые изображали его моложе. Картина прибыла в Англию в середине 17 века, где вошла в коллекцию Карла I. Когда короля казнили, его коллекции были проданы с аукциона. А в 1686 году автопортрет оказался в Испании, купленный королевской семьей. С 1827 года экспонируется в Праге. Молодой художник изображает себя полуфигурой в три четверти, повернутый вправо и обращенным взглядом к зрителю. Фон представляет собой темную комнату, в которой справа мы видим окно, из которого открывается далекий пейзаж на фламандский манер. Свет льется из окна, падая на его голову, подчеркивая нежный оттенок кожи и длинные светлые волосы. По сравнению с предыдущим автопортретом из Лувра, Дюрер теперь показывает себя утонченным джентльменом, чья элегантность в одежде отражает новое осознание принадлежности к аристократии мысли, подобно художникам-гуманистам, которых он видел в Венеции. В конце концов, художник недавно добился необычайного первого успеха с серией гравюр «Апокалипсиса», за которую он более чем когда-либо заслужил уважение к себе. В произведении отразилось и осознание высокого статуса живописца как художника, в чем он сам смог убедиться, наверняка пораженный этим, в свою первую поездку в Венецию. На самом деле художники в Италии занимали более высокое социальное положение, чем в Германии, тесно взаимодействуя с аристократами и интеллигенцией, тогда как на севере Альп они все еще были привязаны к средневековому понятию художника-ремесленника. Сам Дюрер с некоторой горечью отмечал в письме своему другу Пиркхаймеру во время своего второго путешествия в Венецию, что он был там джентльменом, а дома – тунеядцем. Чрезвычайно аккуратная прическа с густыми белокурыми и длинными кудрями, аккуратно очерченная борода и тщательно подобранная одежда, которые изображают его как культурного и элегантного молодого человека, достойно члена высших социальных слоев. Выражение гордое, но не надменное, с торжественной, но человеческой позой. Черно-белые платья выделяются на фоне чувственными деталями, такими как большой вырез, удерживаемый только шнуром накидки. Его белая куртка имеет черную подкладку под белой плиссированной рубашкой, вертикальные линии которой совпадают с горизонтальными линиями его головного убора. Пальцы скрещены, спрятаны в шелковых перчатках. Необычная поза для ранней карьеры Дюрера. Он всегда уделял пристальное внимание деталям рук своих натурщиков, которые обычно показывают, что держат какой-либо предмет. Примеры включают подушку, четки, лист бумаги и цветок.
Дюрер предстает почти соблазнительным, в лихой узорчатой шляпе, надетой поверх длинных, почти по девичьи завитых, светлых прядей, поддрапированная остроконечной шляпой с кисточкой. Он смотрит на зрителя холодным, ироническим взглядом. Историк искусства Марсель Брион считает, что автопортрет знаменует собой прощание с его безответственной юностью, признание которой он получил во время своего визита в Италию, и его общее описание по поводу того, что 15 век подошел к концу, и над германскими государствами нависли темные тучи. Юношеский характер Дюрера был полон энтузиазма, приключений и сдержанности. И после того, как он покинул свой родной город Нюрнберг, в 1490 году, чтобы путешествовать в качестве подмастерья, он смог прожить свою раннюю юность беззаботно и почти без последствий. К тому времени, когда этот портрет был написан, он уже был дома и был достаточно взрослым, чтобы начать брать на себя ответственность.